Бастующие дворники Междуреченска стали есть мусор. К забастовке омские бомжи закусывают тормозную жидкость омарами. Эпидемиологическая обстановка в регионе нормальная. Новозеландский петух получившийся в ходе эксперимента антарктическая курица оказалась способна нести яйца в форме паразита. Ой, Петрович, первой полосы нет. Хоть сам на полосу ложись, честное слово, Петрович, выручай. Да меня же уводишь, Петрович, а у меня геморрой, ты же знаешь, где приедет. Полная катастрофа. Ничего нет, абсолютно. Универсант свинью подложил. Универсант мог помирать, раздумал, а некролог на полполосы заказан. Катастрофа. Полоса в вёрстку сегодня уходит. Ну не пустую уже сдавать. Букин, у тебя лишнего трупа нет? Нет. На полполосы, да? Нет у меня ничего. Виктор Петрович, что ты делаешь? Виктор Петрович, меня слышишь? Ну что вы молчите? Ну, в конце концов, мужчина или нет? А что с рейтингами у нас происходит, а? Если в ближайшем номере сенсации не будет, то учредители могут возникнуть обоснованные вопросы. Я представляю интересы, а клевета на вашу не сдавать. Ну что ты делаешь? Вот. Слушай, ты меня же уволят, придумай что-нибудь, у меня же геморрой. 10:00 утра, ну неужели до сих пор никого не убили? На полполосы они могут завис, меня верстачки ударят. Сейчас, секунду. Друзья мои, прекрасен наш совет. Послушайте меня, значит, мир вообще-то щедр и очень отзывчив на молитвы. Ежеминутно нашу планету покидает 40 человек. О. Ого. К счастью, я думаю, что парочка по-любому найдется для нас. Надо просто поискать. Ну, все, я пошел. Алло, да. Да не, все нормально, это дурдом. Верхунов, ты ангел. Она говорит, НЛО. Говорит, НЛО приземлилось у нее в туалете. И спрос на затопление с него. Суд, говорит, подавай на НЛО. Вот я и спрашиваю, можно ли опубликовать запрос о запрещении космодромов в помещениях граждан выше первого этажа. Как это не сенсация? Разврат на глазах у всего ТСЖ. Управдом жениться надумал. Она, простите, этническая брюнетка. Но вы понимаете, о чем я вам говорю? Ей что от него нужно? Регистрация, между прочим. На улице не валяется. А как объяснить этому Казанове? Я требую поднять вопрос о запрете сожительства с иностранками. Между прочим, пока своих еще много.
Сами понимаете, такую информацию я выдам не бесплатно. И даже покажу, куда идти. Кто там? Но без меня. Золото партии — это не шутки. И вот еще. Рассказать расскажу. Но к публикации категорически запрещаю. Покончив с цирком, я перешел в медицину. Мой метод лечения запоров достаточно прост, как все гениальное. Асана Ура – мое ноу-хау. Желаю донести до широкой общественности. Да вы сами попробуйте. Смелее. Правда, в прямую кишку надо вставить сердцевину редиски. Что с вами? Вам плохо? Не вопрос, меня причитается, а теперь за ним. Давай, давай, отдыхай. Ух ты, Петрович, а что это у тебя за перформанс в кабинете? Новая инсталляция на рабочем столе. Петрович, послушай, есть гениальная новость. Смотри, сенсация. Только что перезвонили с улицы Покровка. У нас есть подозрение на покушение в убийстве. Собственная жена застала своего собственного мужа. И как ты думаешь, с кем? Собственным любовником, прикинь? О, народ, ё-моё! Ну и принялась их резать. Ну, дорезала бы уже на две колонки. Ну, ведь знаешь же, что у меня оплата по знакам. Петрович. Петрович, ну что ты расстроился? Ты чё, ты с ума что ли сошёл? Спускайся, я тебе говорю. У нас везде новости, кругом. Куда ни плюнь, сенсация, а тебе писать нечем. Ты чё? Петрович. Я 25 лет в газетчиках. Ну, я в курсе. Обо всем уже написано миллион раз. Говоришь, человека зарезали. Ну, не дорезали. Я, брат, карьеру репортера событий начал, когда человека не просто зарезали, а зарезали, повесили, башку калачом зарешетили, резину облили, не сожгли, и все сразу. А сегодня по этому поводу никто даже и не зевнет, ибо и это уже не сенсация. Снежный человек, не сенсация. Вот, пожалуйста, 93-й год, Карелия. Сам фотографировал. Позже выяснилось, что это местный бомж. Ну, а фотошопили и сошло. Вот чернобыльская коза о двух головах. Ага. Правда, выяснилось, коза обычная. Просто фотограф 3 дня пил, и руки, сам понимаешь. Но пипл схавал. Это да. Ну, можете. Будьте любезны. Анфас и профиль. Да, на Смоленщине поймали. Днем плотником работал, а ночью соседских кур душил. Фотогеничный. Черт. О, вот гордость моя. Милейший учитель с начальных классов. Трансвестит или дуэтка? Да ладно. Да, какой тогда тираж был. А сейчас все мелочи, обыденность. Ну, Петрович, я не знаю, с таким настроением тебе тогда надо ожидать сошествия Господа Бога на землю. Это тебя устроит? Это новость. Описана 2000 лет назад. Рейтинг того издания до сих пор, кстати, на высоте. Нам не тягаться с ними, с редиской этой задницы. Нет, брат, ни одно событие в смысле новизны выеденного яйца не стоит.
Петрович, ты гений. Петрович, яйцо. Ты гений, это же тема, яйцо. Так, смотри. Первое, о бренности бытия. Так, о бренности бытия. Потом, второе, о пользе и переработке отбросов в сельском хозяйстве. В сельском хозяйстве. Третье, о питании населения, это в конце концов. И четвертое, о проблемах яичного бизнеса. Молодец ты, мой дорогой. Послушай, ну это, я думаю, на пресс-конференции, ну, думаю, штук на 100 хватит. Мне скучно, Тихонов. Не, ну зря так ведь, зря. Пипл ведь хавает. Витя. Пойдет. Давай обратно. У меня первая полоса. И этот геморрой, ты ж знаешь. Не так хорошо на полосы ложился. Ну-ка, давай. Дописался.